for my dear Kazakh friends, doctors in Kazakhstan. Спаси свою душу. Как будто тьма, как будто нету света и просвета, людская доброта, а где она? Так мало доброты и искренности в мире этом. Здесь столько равнодушия и зла, и столько ненависти и зависти в глазах, сплошная тьма. И мы не видим света, да, живем мы не любя, любви друг к другу нету, и плачем, что беда. Несчастье безразлично в мир наш принесла. Мы безразлично жили, любить мы не умели, а также и прощать. Мы равнодушными живем, мечтая быть любимым Богом. Зачем переживать или молиться за чужого? Мы даже не скорбим, что люди где-то умирают, и не благодарим всех тех, кто их спасает, помогает, хотя бы молитвою за них. Ложимся спать, не исповедуя себя, что равнодушными живя, не помогаем ни душе своей проснуться, ни друзьям и ни друг другу. От суеты дневной, как белка в колесе, мы бегаем по кругу, сплошная темнота, без света, без просвета, и мучится душа, дороги к Богу нету. Вот так живя, без радости душевной, от доброты своей, что сердце наполня, ложимся спать, не исповедуя себя, что был нечестен где-то, что не простил кого-то и зло таил, а может, ненавидел и в зависти своей всю жизнь прожил. Да, безразличная душа, добра в ней места нету, в ней нету места и любви. И не поможет, когда услышит «помоги». Грешим, как можем, и этим обижаем Бога. В душе темно, а в жизни та привычная дорога. Мы не стремимся, чтобы лучше стать, точнее, ближе к Богу, а значит, искренним и добрым. Не верю, что не хочется тебе, а каждый мог бы. Мы не творим добро. Для этого не надо много. Нужна лишь только доброта, посланная нам в сердце Богом. Любовь и доброта. Их не бывает много. Творим мы чудеса тогда, когда живем мы в сердце с Богом. Но в этой темноте живя, не исповедуя себя, мы в этом мире, где сплошная суета и столько ненависти, зла, и нет святого в сердце, нету Бога, ложимся спать, не ведая греха, а где-то там, рискуя жизнью, пришел на помощь и спасает жизни неравнодушная душа. Да, есть на свете неравнодушность и людская доброта. Они, как боги, наши герои, врачи, медсестры, волонтеры, доктора. Низкий поклон вам и хвала. Благословенные будьте Богом. Пусть миром правит доброта, и ею наполняется душа.
Любите музыку и песни, давайте хором их петь вместе, и мир мы сделаем добрее, тогда проблемы все решаются скорее, когда для песни ты души своей откроешь дверцу, когда начнем мы петь все вместе сердцем. Храни вас Бог!